Всем привет из солнечного Альбукерки. Хочу сделать небольшой, так сказать, апдейт своего старого видео про зиму в Альбукерке. Кто в прошлом году смотрел, или может в этом, мое видео про зиму, где я рассказывал, что у нас на улице плюс 15, плюс 18 зимой, днем, ночью может опуститься до нуля или небольшого минуса по Цельсию. Да, вот буквально на этой неделе. Это у нас зима 2018-2019, сегодня 1 января 2019 года. Буквально на этой неделе у нас была температура минус 14, и пока по Цельсию показывал, что feels like, то есть чувствуется как минус 17, а это 1 градус Фаренгейта. Вот сейчас у нас вот такие снегопады, можно видеть на видео. То есть, да, солнечные Альбукерки оказался не таким уж и солнечным, оказался очень даже снежным. Снег валит третий день не переставая. Хорошо, что я еще с Украины взял зимнюю куртку. Вот, пригодилась. Наконец-то на 8-й год проживания в США. Ну, кто думал, что вот в таком климате оказывается достаточно свежо. Сейчас у нас на улице где-то минус 4 градуса Цельсия. И на снег. Снег валит, не переставая, и, не знаю, для Альбукерки это вообще, говорят, большая редкость, но это моя вторая зима, вот по сравнению с предыдущей, что мы здесь провели, да, это очень отличается от предыдущей зимы. Вообще Альбукерки впадают в ступор, когда выпадает снег, никто не умеет ездить на снегу, ну, говорят, вроде как полупустынный климат. Естественно, ни о какой зимней резине речь даже не идет. И, да, все стоят, вот, пожалуйста, все автомобилисты просто остались по домам, никто никуда не едет, все звонят на работу, говорят, что выйти не могут. Не работают детские сады. Вот я не знаю, как, например, вот мне на работу, если супруга выходит на работу и дальше снегопад, детские сады просто в последний момент отправляют... Или сообщение по почте, или по телефону текстовое сообщение, что извините, снег, и мы не работаем. То есть, ну вы выходите из ситуации как хотите. То есть работающие взрослые, у которых дети ходят в детский сад, даже несмотря на то, что детский сад оплачен, тем не менее, да, мы сегодня не работаем, извините, ваши деньги используйте на следующий раз, они превратятся в кредит и перейдут в следующий период, но да. То есть это надо... Звонить на работу, отпрашиваться с работы. Это, естественно, чревато последствиями в США. Вот какие снеги валят. Фу. И это очень неприятно. Не знаю, как ситуация со школами, но сейчас, наверное, зимние каникулы, насколько я понимаю. Поэтому со школами проще, но вот именно с маленькими детьми детсадовского возраста я не знаю. Как такое себе детские сады позволяют. А как работают детские сады в Миннесоте, например? Там снег вообще валит. С ума сойти можно. И температура гораздо прохладнее, чем у нас. И, тем не менее, все работает. Не, это просто невероятная капость и гадость. С их стороны такое подсовывать. Хорошо, что ходит, по крайней мере, транспорт. То есть автобусы ходят по стандартному... расписанию, дороги полупустые, да, водители ползут, пытаются справиться с управлением, вот кто как. Просто смешно смотреть, как они медленно-медленно. Я привык, что здесь в Альбукерке все летают, как сумасшедшие, а тут так еле-еле-еле ползком на рачках. Мне даже приходило сообщение сегодня, что очень большие пробки, наверное, из-за того, что все ползут. Соответственно, никто никуда не успевает. Но вот, в общем, да, вот такая у нас зима в Альбукерке. То есть ночью это минус 10, минус 14, а днем минус 4, минус 5, и снег валит, вот, не переставая. Так что, да, апдейт к предыдущему видео. Оказывается, зима здесь не такая уж и солнечная, не такая уж и жаркая. По крайней мере, не всегда. Всем спасибо за просмотр. Давно ничего не выкладывал, вот появился повод. Есть на уме еще 2 видео, которые должен выложить. Они практически готовы, надо чуть-чуть дорезать, отрезать, и все будет отлично. Так что да,
Всем, кому видео понравилось, показалось информативным, всем, кому понравился снег в Альбукерке, ставим палец вверх. Всем, кому не понравилось, можете поставить палец вниз. Желательно сказать, что именно не понравилось. Если снег, то мне он тоже не нравится. Но, увы и ах, никуда от него не денешься. Вот попытались убежать даже на самый юг США, и тут нас снежок достал. Что там еще? Флорида осталась, да, без снега? Ну-ну. Чувствую, если бы я туда поехал, то меня бы и там снег достал. В общем, да. Всем спасибо. Подписываемся на канал, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока.